Белочка, рассказывай, как у вас тут ночь прошла, как утро встретили? У нас все хорошо, все тихо, спокойно. Разевали вы, глупые, Василису прекрасную. Она теперь у Кощея Бессмертного. Вот ты и в гостях у меня, Василиса прекрасная. В гости по своей воле ходит. А ты бы разве пришла ко мне по своей воле? Нет, по своей воле ни за что не пришла. Ну, то-то и оно. А ты, Василиса Прекрасная, не кручинься. Смотри, как у меня хорошо. Деревья все золотые. И листья на них тоже золотые. И птички на ветках тоже золотые. Не нравится мне тебя, Кощей Бессмертный. Ой, стебелек. И листики самые настоящие, как у меня в лесу. Ой, и капелька живая, дрожит. Посмотри, Кощей Бессмертный, прелесть какая. Непорядок. Это пока я за тобой в лес летал. Он взял да и вырос. Был простой. Стал золотой. Вот видишь, была простая роса. Теперь адамант, драгоценный камень, я его тебе подарю, когда ты за меня замуж выйдешь. За тебя замуж? Да ты на себя посмотри! Так, я хорош! Тебе, Василиса Прекрасная, лягушкой 3 года и 3 дня. Может быть, ты за это время поумнеешь? А сейчас ступай в свое болото. Старые годы у одного царя было 3 сына. Вот когда сыновья стали на возрасте, царь собрал их и говорит: «Сынки мои любезные, покуда я еще не стар,
мне бы охота вас поженить, поглядеть на ваших деток, на моих внучат. Ну что ж, батюшка, благослови. На ком же тебе желательно нас поженить? Вот что. Возьмите по стреле. Выезжайте в поле и стреляйте. Куда ваши стрелы упадут, там и судьба ваша. Ступайте. Старшего брата стрела упала на боярский двор. Подняла стрелу боярская дочь. У среднего брата стрела упала на широкий купеческий двор. Подняла стрелу купеческая дочь. А у младшего сына Ивана Царевича стрела поднялась и улетела. Сам не знает куда. Лягушка, лягушка. Отдай мою стрелу. Ты что оглядываешься? Невесту свою ищу. Не видать. Нет, не видать. А ты на меня посмотри. Я твоя невеста, Иван-Царевич. Возьми меня замуж. Что ты? Что ты? Как я возьму в жены лягушку? Как знаешь, Иван-Царевич. Я батюшке обещал и не могу своего слова нарушить. Вернись! Лягушка, вернись! Пусть будет по-твоему. Царь сыграл три свадьбы. Старшего женил на боярской дочери, среднего на купеческой дочери, а несчастного Ивана-царевича на лягушке. Вот царь позвал сыновей. Вот что, сынки, хочу теперь посмотреть, которая из ваших жен лучшая рукодельница. Пускай соткут мне за единую ночь по ковру. Ступайте. Какой же, лягушка, ковер вышить может? Царевич голову повесил. Или горе какое? Батюшка велел тебе к завтраму шелковый ковер ему вышить. Не тужи, Иван-Царевич. Лучше спать ложись. Утро вечера мудренее. Эй, макияйки, собирайтесь, снаряжайтесь-то. Чего изволите? Надо два ковра к завтраму вышить. Эй, дворцовые горничные, понедельничные и вторничные, собирайтесь, снаряжайтесь. Чего изволите? Надо два ковра к завтраму вышить. Эй, детки сильные, ночные и дневные, собирайтесь, снаряжайтесь. Чего изволите?
ковра к завтраму вышить. Эй, дед Кондрат, бывший солдат! Дед Кондрат, бывший солдат, по вашему приказанию явился! Ребятушки, ай-два-три! А бы тело не гудело, ай-два-три! Дали дело, делай смело, ай-два-три! Дали дело, делай смело, ай-два-три! Муженек, а муженек? Возьми-ка, муженек, ковер, что я твоему батюшке за ночь вышила. Доступай во дворец. Пора. Ну, сынки, показывайте, что ваши жены нарукодельничали. Ковер неплох. Отнесите его на конюшню. Лошадей покрывать. Ну, покажи ты, сынок, свой ковер. А этот сене отнесите. Ноги вытирать. А что же ты, Ванюша, с пустыми руками пришел? Где твой ковер?
Ну? Что это у тебя? Все пир. Так вы, сынки, с женами приходите. И мне свою привезти? Обязательно приводи. Твоя воля, батюшка. Иван Царевич, что ты не весел? Ниже плеч голову повесил. Или услышал от батюшки слово неприветливое? Лягушка, лягушка, как мне не горевать? Батюшка наказал, чтобы я с тобой на пир пришел. А как я тебя людям-то покажу? Не тужи, Иван Царевич. Иди на пир один, а я вслед за тобою буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Спросят тебя, скажи, это моя лягушонка в коробчонке едет. Что же моя младшая сношенка не жалует? Или больно долго ей в уборы снаряжаться? Что ж ты без жены пришел? Ты хоть бы ее в платочке принес. Где ж ты такую красавицу выискал? Я из всех болот исходила. Честные гости! Это моя лягушонка к коробчонке приехала. Замешкалась. Не хотелось твоему батюшке как-нибудь показаться. Кто ты? Я жена твоя, Василиса. Василиса прекрасная. Вот вам лягушка. Напрасно, выходит, мы над ней смеялись. Выходит, напрасно. Пожалуй, к столу, сношенька. Садись со мной рядом. Уж теперь жена, ты на нее в оба гляди. И все, как она делает.
что же вы стоите? Теперь ваш черед. Довольно, довольно, дорогие сношеньки! Ступайте, ступайте по добру, по здорову! Чего ищешь? Куда путь держишь? Я, дедушка, ищу Василису Прекрасную, а путь держу в Кощеево царство. Знаю, знаю. Твоя жена сейчас у Кощея Бессмертного. Эх, Иван-Царевич, зачем ты лягушечью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе было снимать. Но делать нечего. Вот тебе сучок, путевичок. Куда он пойдет, туда и ты ступай за ним смело. Спасибо, дедушка! Сучок-путевичок, а сучок-путевичок, ты потише шел, а то я притомился. Не бей меня, Иван-Царевич! Пожалей моих дедушек, я тебе пригожусь. Ладно, приби метелица! Не убивай меня, пожалей моих дедушек, а в нужный час я...
я пригожусь тебе. Ладно, будь по-твоему, волчица! Не оставь моих дедушек сиротами. Не убивай меня. Я тебе пригожусь. Ладно, живи, соколиха. И я тебе пригожусь. Иван Царевич, вы из неба до моего щуренка и брось его в синее море. Я тебе пригожусь. Ладно, плыви, щуренок, в море. Встань, избушка, по-старому, как мать поставила. Лесу задом ко мне передом. Зачем добрый молодец ко мне пожаловал? Дело пытаешь, а нет дела улыбаешь. Ах ты, старый качок. Ты бы меня сперва напоила, накормила, в бане выпарила. Вот тогда бы и спрашивала. А на утро Баба-Яга ему указала, где найти Василису Прекрасную и как победить Кощея Бессмертного. Трудно будет достать Василису Прекрасную. Нелегко с Кощеем сладить. Ну да я тебе помогу. У меня с ним старинная вражда. Изволь меня послушать. Смерть Кощея на конце иглы. А игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц сидит в каменном сундуке. Сундук стоит на высоком дубу, а дуб тот, Кощей Бессмертный, как глаз свой стережет. Как до того дуба добраться, я одна знаю. Садись, Иван Царевич, на коня. Он тебя в миг к дубу доставит. Старая карга, погоди. Еще с тобой сочтемся. Змей расфукался. Что, Иван Царевич, придется тебе, видно, не солоно хлебавши, домой поворачивать. Thank you.
Филин сгорел! Добро, Иван Царевич. А все-таки Василисы Прекрасной тебе не видать. Была простая, путь золотой. Да я помогу, Ванюша. Кощея на конце иглы. Thank you.
царевич с Василисой прекрасной возвратились домой и жили долго и счастливо до глубокой старости.